Так, в общем, я вот так вот сбегаю просто. И надеюсь, я буду на корабле уже. И мой корабль не будет плавать под водой. Не будет призываться. Меня вообще он не вышел. О! Я на корабле снова! Вот это другое дело, вот это норм. Со своей командой вновь. Еще бы всех тех говнюков казнить, мне интересно. Которые... Да, вмещаюсь. Которые... которые предали меня. Они заслужили этого. Излишнее внимание. Почему мы сейчас не повелеваем ассасинам? Я помню времена, когда можно было рассылать эти самые приказы ассасинам, и потом, типа, наша гильдия, подкрепление, так далее. Это было прикольно. Так. А ты кто такой? Ну что, Аде? Этот бандит из африканской компании. Повтори ему все. Я не видел принцессу больше 2 месяцев. Значит, скоро вернется. Что еще? Я думал, этот из тех, что спрашивали про принцессу сегодня утром. Вот и сказал. Каких тех? Был важный моряк в лохмотьях. И господин со шрамом здесь. Где они теперь? Где-то неподалеку, вроде бы. Офигенные сведения. Где-то неподалеку. Я устал гоняться за твоими мечтами, Эдвард. Команда тоже. Подожди, друг. Мы уже близко. Ну. Блин. Сама команда кидает меня. Зарезать бы вас. Идите вы все нахрен. И никто не должен видеть. Опа. Вот вы где. Это однозначно они. Так, поспи. Людей предупредили? Времени мало. Да. На перекрестке нас будут ждать 2 солдата. Хорошо. Позвольте обратиться, сэр. Зачем нужны образцы крови, что мы берем? Кто разговорит без крови, обсерватория не будет работать как надо. Не понимаю, сэр. Если кто хочет в обсерватории, скажем, шпионить за Георга, ему понадобится капля крови в кране. Другими словами, за владельцем этой капли можно следить шаг за шагом. Торрес намерен шпионить и за мной? Я только что отдал ему свою кровь. Я тоже капитан Хорнибо. И все тамплиеры. Меры предосторожности. И залог доверия, полагаю. Да, не бойтесь. Образцы направили в надежное убежище, в Рио-де-Жанейро. Мы не станем первыми подопытными, уверяю вас. Предатель вонючий. Полагаю, это скромная цена за все то, что я получил от тамплиеров взамен. Именно. Губернатор, скажите, как вам удалось совладать с пиратами на Мадагаскаре? Полагаю, сработало мое обаяние.
Просто отдохни немного, чувак. Лежать. Так же, как на Насау. Именно. Жаль, коммодор Чемберлен не увидел, каких я добился успехов. Злорадство вам не лицо. Так, как бы мне от вас так избавиться, а? Оли! Блин. Пока ты думал, толпа вся сюда приперлась. Отлично. Супер, все заново. Так долго делал эту сраную операцию. Все заново. Лучше быть не может просто. Пожил нахуй. Людей предупредили? Времени мало. Да. На перекрестке нас будут ждать два солдата. Жать. Зачем нужны образцы крови, что мы берем? Дорогой, без крови обсерватории не будет работать. Не понимаю, сэр. Если кто хочет в обсерватории, скажем, шпионить за Георг, ему понадобится капля крови в крови. Другими словами, за владельцем этой капли можно следить шаг за шагом. Торрес намерен шпион... Так, пацаны, вы меня не видели, оп, да? Да, да, просто ветер. Да, не бойтесь. Образцы направили в надежное убежище, в Рио-де-Жанейро. Мы не станем первыми подопытными, уверяю вас. Да, сэр. Полагаю, это скромность, что я получил от тамплиеров взамен. Именно. Губернатор, скажите, как вам удалось совладать с пиратами на Мадагаскаре? Не избавиться от колокола. Насилие, угрозы, лишь крайний мер. На Мадагаскаре я поставил себе выбор. Либо вернуться в Англию, нищими, но свободными, либо быть поляками. Так же, как на Насау. Именно. Да, командор Чемберлен не увидел, каких я добился успехов. Злорадство вам не к лицу, Роджерс. Заслуженный триумф, не так ли? Ой, черт, а. Пацаны, я залез, да конечно вы меня не видите. Сейчас на повозку залез. Ну, не важно, куда я залез, вы меня не видите. Хотя и вы меня видите. Стрелки, блин. Идите дальше.
прям сквозь бы этот забор вот так вот чиркануть его бы. О, опять запретная зона, а? Приветствую, агент. Буэнос ночес. Что узнали? Пираты захватили принцессу 6 недель назад. Насколько мы знаем, мудрец Робертс был на борту. Хорошо. Уже кое-что. И какие же меры мы принимаем, чтобы возвратить мудреца? Капитан Корнигулс отправил своих лучших людей на поиски мудреца. А где мудрец находится сейчас, вам известно? Еще послушают разговорчики. В Африке. Туда не поймать попутные меры. Знаю. Нужно было мне плыть за вами. Не горели с рабами, куда можно добраться гораздо быстрее. С рабами? Капитан, я просил отказаться от этой гадкой системы. В чем разница между порабощением всех и немного? Наша цель — изменить ход развития цивилизации. Итак. Горение тела ведет к бунту разума. Но поработи разум, и тело само последует за ним. Это факт. Вы правы, магистр. Отлично, ушел. Разбей немного. Да, отлично меня заметили, а. Надо срочно где-нибудь прятаться, а. Ой, щит. Норм. А точнее, где в Африке надо искать? В принципе, сэр, это островок. Отправили лучших людей. Берджеса и Кокрана. Верных каперов на быстрых кораблях, к тому же. Эдвард Кенуэй! Представь, как я был удивлен, увидев здесь твою галку. Услышал Черт. Все, что хотел знать. Помчишься спасать мудреца из наших когтей? Чтоб ты сдох, ренегат! Ты нас всех продал! Ибо я нашел лучший путь, где есть порядок, строгость, правила. Но куда тебе до таких тонкостей? Черт, прощай, ты засранец. Мой друг, ты был солдатом, когда сражался за истину, не только ради выгоды. О, черт, а. Сколько у вас таких говняков, а? Вали, блин, дохните, а. Красава. Вся орава сбежалась сюда просто. Деваки не умеют защищаться. Получай! Получай! На! На! Все. Всех перебил. Никого не оставил, свидетеля. Ну черт, как-то глупо вышло. Галку увидел. Че, реально
несешься спасать своего мудреца в Африку прям. Я на карте не вижу, по крайней мере. Но мы прибудем сюда и поплывем дальше оттуда уже. Так. Я бы сейчас хотел посмотреть, сколько у меня места осталось. Ладно, у нас есть место еще на час, хватит игры, поэтому мы продолжаем. Теперь нам надо доплыть до этого сраного поинта. Мы походу поплывем в Африку, где пожизненно жарко. А может и нет. О, кит. Только сейчас вижу, что в воде отражение корабля есть. Прикольно смотрится. О, привет, кит! Что за корабль там вдалеке? Туда, не туда, блин. Брик. Наши. Окей. Чей это корабль там разрушился? Что-то частенько стали такие кораблики встречаться. Именно пираты борются с этим. А уж... главных пиратов убивает сам Эдвард. Казалось бы, как это так, а вот так. Что-то не поделили. Держись крепче, будет туда! Та-дам. Не чита Кэпу! Что, хороша водичка? Хороша водичка, да, вообще отлично. Не хотел подобрать там шум. Ладно. За то, что ее дотопил кораблик, моя известность повысилась. Вот такая вот история. Так, ну чё, в Африку? Типа как GTA San Andreas, в Liberty City мы летим. В кусочек Liberty City, а здесь мы летим в Африку. То есть, плывем в Африку. Какой курс, капитан? На принципе, квартирмейстер, мы плывем к берегам Африки. Он даже не возмущается. Блин, когда такое чувство, будто команда скоро сбунтуется. Прекрати лагать. Африка! И все зеленое. Так, а где мы? Где-то 100% в каком-то другом месте. В принципе. И куда теперь? К бою! Пойдем еще враги, сэр! Врагам идет подмога, капитан! Да вообще срать на эту подмогу. Я сейчас просто тараном затоплю. Минус один. Таранчик тащит. Образцов ветрей к ветру! Стреляю! Паруса одна! Круче к ветру! В нас попали! Убавить лиселя! Не суемся под пушки! Поймать ветер! Так, вот этот кораблик уже посерьезней. Фрегат, блин. Просто буду таранить. Спуски по противоположной.
Нас сразу пускать. Удачная позиция! Залп! Добрый! Кроты по ветру! Хороший залп нам стреляет поможет! Стреляет на их руках! Готовый салф! Уходящая дистанция! На абордаж! Тяни! Живей! Сейчас сразу капитана убью. Все, капитан сдох. Лети! Ну а теперь время великих приключений! Какого хрена ты не уклонялся от него? Прикончил, а? На абордаже плывет мимо просто, плывем в корабль, войдем в него. Как быть, только починить. Смотрим старую косынку. Даже люди не меняются. Ну, по крайней мере, одежда не меняется. К бою готов, сэр! Так, сейчас попробуем вот так. Пли! Кэп, стреляйте вон туда! Пли! Есть. Только скажите, Кэп, набрать скорости! А? Какой-то небольшой городишко. Прекрати лагать, успокойся. Я на поиске Робертса. Не задерживайся, команду ждать не станет. Что-то команда уже слишком холодно ко мне относится. Даже мой самый лучший правая рука Нига. Даже Нига уже говорит, ты фиговый капитан. Пошел уже, короче, вон. Но ничего не грабим. Мы воюем ради каких-то людишек. С той стороны, что какая разница, все равно по этому сундуку стучать надо, и он так откроется. Блин, потопили корабли, а на срек тут еще полно всяких придурков будет. Все. Ничего никто не слышал. Одна сабля осталась. Никого не осталось в живых. Блин, повсюду ж... шипы. Тут так не проберешься. Блин. Только не говорите, что придется париться. Хорошо, что быстро нашел. Блин, повернись хоть куда-нибудь, а?
Да не сюда, придурок. Догадается вообще интересно эти нет. Наконец-то. Так, ну чё, кто живой есть? Капитан Кенвей. И вновь опасный момент, Робертс. Пора нам уже прекратить вражду. Тогда не преследуй меня больше. Мне это ни к чему. Я верен своему слову. Капитан Хоуэлл угодил в засаду португальцев. Упрямый глупец. Я его предупреждал. Тамплиеры. Это они, Бёрджес и Кокран. Те же, что привели вас в Гавану. А, видно, тамплиеров уже не скрыться, да? Полагаю, пора дать им отпор. Приятно это слышать. Я знаю, как это сделать. Но эти Бёрджес и Кокран, они не должны унести весть о моем побеге. Поверьте, не унесут. Увидите кого из моей команды, отправьте их ко мне, будьте добры. Конечно же. Окей, сдружились с мудрецом. Так, он сейчас идет сюда. Я его хватаю. И меня все увидели. Так, все. Меня никто не видит. А, та толпа прошла мимо. Это, походу, кто-то из их команды, походу. Еще один сундук. Чуть-чуть башмак тут, что ли? А нет, это кто-то бухал тут. Эй, пацаны, ничего необычного, просто я лазаю по деревьям. Да, пацаны, я не Викси. Хрен знает где. А. Как ты мог промазать, а? На. Получай. Дохуй жирдей, а. Да я там запасы вижу. Ну-ка, что за боеприпасы? Какую вещичку я узнал. Все равно в целом от этого я туда не прошел. Есть. Под португальские флаги еще тут. Вроде португальский. Дабл килл. Пацаны, вы ничего не видели. Да просто иллюзия. Ах.
ковбой поднял тревогу. А? Есть. Еще... Так можно пройти. Где-то наверху, короче, не буду тратить время, поеду дальше. Все активирую. Дабл кил. Так не будем. Вот я их нашел. Руки в ноги, а не то оставим вас тут. Сейчас сделаем дабл килл. Тихо. Ничего не видел. Минус один. Ну чё? Очи! Ты помог нам, Кенвей. Доказал, что ты ассасин. Но зачем? Потешить свою гордость. Вы встали у меня на пути. Не стоит так делать. Эгоист и дурак. Хорнигол был прав. Он для меня ничто. Пустое место. Как и все вы. Напрасно, Кенуэй. Вспомни, ведь именно тамплиеры помогли нам. Не король. Не родина. Тамплиеры. Тамплиеры. Наша семья. А где твоя? Говно ваши тамплиеры. Ну, вообще мог сделать дабл кил, в принципе. Решение, низкая плата. И тяжкий. Нам, джентльменам, удачи. Доступно изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Кто же в своем уме выберет ту жизнь, когда единственная угроза пиратству — косые взгляды бессильных мира сего? Ха! Да, я среди надеялся, вас... Блин. И за это время побогаче меня. Стал мыслить так же, как вы. И признаюсь, убеждения мои стали так сильны, что яркость непривычки, возможно, даже пугает вас. Но если вы видите во мне капитана, черт подери, я буду им. Крузовчики. Я испробовал все это, и теперь я знаю. Лучше быть капитаном, чем обычным человеком. О, боже. Ваше упорство мне льстит. Я ищу обсерваторию. Говорят, только вы знаете, где она. И это так. Хоть мне и претит такое рвение, но я вижу в вас скрытые таланты. Бартоломью Робертс. Эдвард, пока мне нечего сказать. Жду через 2 месяца, к западу от подветренных островов. Поможете мне, я дам ответ. Через 2 месяца, блин, долго ждать. О, как раз я шикарю, я мог... Отлично, ладно. Сойдет и так, 80% синхронизация. Посмотрите на этого нигера с